Не дрыгай, не дрыгай, выдашь позицию, не надо. Воу-воу-воу. Ну-ка, ну-ка. Как-то он меня не заметил, интересно. Я что, человек-невидимка или как? Блин, я хочу заметку туда достать, я не знаю, как тут... А, во. Проход. Умно. Не знаю, что я скажу мельнику, приказавшему мне убить черного. Не знаю, что подумает черный, когда встретится с мельником. Что он вообще думает о всех нас, когда я представляю, через что ему пришлось пройти всего за несколько дней. Его должны были казнить, как урода-мутанта, его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать, как лагерную овчарку, чтобы он охранял тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что ее запихнули в цирк уродов, по публике на потеху. А потом вывезли, как собственность со станции, на которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. Боже, что если он действительно ангел? Да, похож. Абсолютно как с картинки. Походу, труп нашли. Прижал одного. Ну-ка. Ты сам один остался, так что... Вроде все. Хотя сохранения не было. Значит, не все. Насколько я понимаю. Вот теперь было сохранение. Ну, возможно, это просто сохранение, потому что я чекпоинт прошел. Короче, надо быть поосторожнее. Кто в кастрюлю положил патроны? Кто варит патроны? Кто додумался? Ну, наркоманы. Винторез. Можно, кстати, взять вместо этого, но мне эта пушка нравится. Оставлю ее, пожалуй, до конца игры. Плохого ничего не случится, я думаю. Мне ее вполне хватает. За счет глушителя, за счет ПНВ, точнее инфракрасного. Хотя ПНВ и инфракрасное по тому принципу и действует. По одному и тому же. Понабрали здесь фильтров. Можно двигаться дальше, я думаю, спокойно. Знаете, пускай лежат и пищат. Абонент вне зоны доступа, чего непонятного. Ты чё там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Парень, вау, полегче, парень. Нифига себе их там. Не туда ли я вышел, где я был? Видимо, еще один цех, депо. И здесь уже довольно-таки светло. Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое-то? Ну, Рэй... Расслабься, парень. Отныне ты на пенсии. Повоевал. С тебя хватит. Ладно, пройдемся по периметру, так и заберем всех потихоньку. Правда, вот там двое смотрят друг на друга. Или это он светит на ящике? Разговорщики, смотрите там внимательно. Так, эта дверь не открывается или открывается? Закрыто. Еще немножко патронов для дробовика. Текс. А здесь уже на свет выхожу. Опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашлись какими-то сумасшедшими запасами.
Если их кто другой захватит, там крышка. Этих лучше просто не трогать. Их незаметно друг для друга не уберешь. А вот этого можно. Броников, до патронов, до военных, на все метро. Вот вооружаться и попрут. А мы тут, значит, чтобы не попер. Ну, молоток схватываешь. Давай, давай, парень, разворачивайся. Я тороплюсь, черт возьми. Мне стоять на месте не к месту. Что? То! Прям в рифму. Мастер рифмоплет. Уже станцию здесь поставить успели. Радиостанцию, я имею в виду. У меня на 32 минуты уже фильтров набралось. Блин, фиг знает, как он тут ходит. Не поднять бы тревогу на последнем. Я чувствую, что это последний, скорее всего. Для данной локации, но... Вполне можно спалиться. Че он там застрял? Да ладно! Да как вы заметили вообще? Ладно, это уже не критично. Я думаю, что на старое место я уже не вернусь, поэтому... Могут волноваться сколько угодно, меня они уже не видят, скорее всего, поэтому... Просто идем вперед. Тихо, спокойно, здесь осторожно. Здесь черно-красные. Боятся тебя. И все равно хотят убить. Блин, я заколебался с таким количеством тут проползать. Замечательно. И вот, дорвался. Просто дорвался. Вот тварь, а. Опять на магазины сменил, да сколько можно? Товарищи твои уже давным-давно все поняли. Можешь им не объяснять уже ничего. Они сами в потери в эти входят спокойно. Где он там? Покажись, красавица. Красавица. Да зараза. Все, хватило тебе, парниш. Этот гад бронированный, ему все нипочем. Придется влить в него достаточно патронов. Мне бы сейчас подсветить, сколько их осталось. Но, судя по всему, это еще не все. Так здесь где-то трупы валялись. И там вроде где-то можно было пройти. Мало ли здесь что-нибудь валяется, кроме трупов. Может быть, какие-нибудь заметки, конфетки. Все. Расправились со всеми обидчиками. Ну так. Не особо напряжно. Могло бы быть и хуже.
Так что у меня минут 25, можно заменять фильтр. Ты его знаешь. И он тебя. Ну все, дальше друзья, так понимаю. А, Павлуша. Или нет? Нет, не Павлуша. Здорово, лесничок. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Нейчера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь. Ты... Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Он очень плохой, но ты прав, убивать хуже. Я бы убил. Спокойно. Просто карма. Использовать только вход на Красной площади. Повторяю. Использовать только вход на Красной площади. Вау, мы идем на Красную площадь? Нафига себе развязочка. Покруче, чем Останкинская. Судя по всему, мне сходить здесь, да? А, вот. Спуск. Похоже на спуск. Да, это другая сторона депо, да? Хорошо. Вырвались мы из объятий этого огромного здания. Все, нифига не вижу. Как будто какой-то окраина метро. Окраина не метро, а Москвы. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить... бурю. Борю. Чердынцева. Здесь тени. Много. Не видят меня. Не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Замечательно. Ну, хоть не врагов столько. Странно. Мне плохо внизу, тебе здесь. Вот, будет лучше. Окей. Пацанчик. Что, стоит заходить в эти дома или не стоит? Везде только тени.
Но вряд ли они мне что-то смогут сделать. Да и в здание мне все равно придется зайти, потому что проход только так возможен дальше.